Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем о погоде в Карачаево-Черкесии. Сегодня по республике облачно, местами осадки. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем от 0 до минус 8, ночью до минус 12 градусов. В горах ночью до минус 10. В Черкесске осадки. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем 6-8 мороза, ночью до 15 градусов со знаком минус. Брат и сестра из Черкесска Марк и Кира Башко – талантливые и одаренные учащиеся музыкальной школы номер 3. Они оба серьезно увлечены театром. Помимо этого, Кира завоевала гран-при на конкурсе чтецов в Москве, а Марк стал лучшим учеником школы. Какие увлечения есть еще у этих ребят и какие профессии они хотят выбрать в будущем? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии Марк и Кира ответят моей соведущей Бели Джазаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Марк. Доброе утро, Кира. Доброе утро. Я благодарю вас. Вы приехали сегодня к нам в гости. А приехали вы к нам в гости, потому что вы чудесно, потрясающе одаренные, талантливые дети. Начнем с того, что вы оба занимаетесь актерским мастерством. Помимо этого, учитесь хорошо в школе. Помимо этого, Кира, ты учишься в художественной школе. Выиграла гран-при в Москве конкурса чтецов. Марк – лучший ученик класса, играет на аккордеоне. Но объединяет вас то, что вы занимаетесь у талантливого педагога Анатолия Бармянцева театральному искусству обучаетесь, актерскому мастерству обучаетесь. Вот откуда эти увлечения творческие? Ваши родители связаны как-то с искусством? Кира, ну расскажи. Сначала на актерское мастерство пошел Марк. Я еще в младших классах была. Потом я увидела, и мне это понравилось, и я сказала маме, чтобы она записала меня туда. Прошло 2 года, и я увидела то, что другие дети начинают рисовать, и очень красиво у них получается, и я тоже захотела рисовать. Мама меня туда записала. Ну, что нравится больше всего в этом актерском ремесле вам? Марк, расскажи, вот, что тебе нравится? Чем тебя привлекает театральное искусство? Меня оно привлекает тем, то, что мы можем развивать свое воображение. Ну, мы можем развивать свое воображение так, то, что мы, например, можем, например, стул превратить во все, что угодно. Перевоплощаться можете, правильно? Да. Ну, а лучшим учеником класса ты почему стал? По оценкам или как тебя выбрали лучшим учеником класса? Я не особо тогда поняла, почему. Ну, меня выбрали из-за того, что я еще и на аккордеоне играю. Ведь я единственный в школе, кто занимается на музыкальном инструменте. И еще помимо этого, я знаю, Марк, ты увлекаешься космосом. Мало кто из современных детей имеет вот такое увлечение. Кира выставляется в детской библиотеке тоже, рисует. Мне бы хотелось знать, но, конечно, большую часть своего времени вы посвящаете все-таки вот этому кружку театральному. Мне бы хотелось знать, с чем вы хотите связывать свое будущее? Космос – это профессия, художество – это профессия. Что-то вот видится в будущем? Мне больше всего нравится астрономия. Ведь с помощью того, что я воображаю, развивая свое воображение, я могу, например, представить космос. Могу все, что угодно представить. Ты хочешь быть астрономом? Астрономом. Буду изучать космос. И я бы хотел найти больше планет, похожих на нашу планету Земля. Угу. Кира, ты кем хочешь быть в будущем? Я хочу быть учителем по художеству. Буду учить других детей рисовать. Я желаю вам дальнейших успехов и благодарю за участие в нашей программе. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Спасибо нашей гостиной. Наш информационный эфир в 9:00 продолжит вещание на карачаевском языке. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. В
Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Новое поступление шуб. Скидки до 50% на все. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Дарите эмоции. 585 «Золотой».